Идти в ногу со временем и вывести АПК региона на новый уровень. В Волгоградском государственном аграрном университете начала работу международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в агропромышленном комплексе в условиях цифровой трансформации». Конференция объединила 450 ученых из 15 регионов России, а также более десятка стран ближнего и дальнего зарубежья. Дискуссионные площадки и секционные заседания будут работать 3 дня. Из-за непростой эпидемиологической обстановки форум проходит в очно-дистанционном формате. Мы обсудим в рамках конференции ряд важнейших тем и направлений и уверен, что все наши научные, технологические проекты будут направлены на достижение национальных целей развития. Нам крайне важно сфокусировать все приоритеты вокруг агропромышленного комплекса, синхронизировать наши усилия с реальным производством. В пленарном заседании приняли участие преподаватели аграрного вуза, председатели региональных комитетов и муниципальных районов области, руководители базовых хозяйств и агроформирований, представители научного сообщества. Это говорит о том, что впереди идет у нас наука, а за ним уже идет практика, производство и, конечно же, результат. Мы твердо стоим в десятке крупнейших агрорегионов нашей страны, и мы видим, какие тенденции к развитию и расширению производств сегодня присутствуют на территории Волгоградской области. В рамках международной конференции будут работать 2 дискуссионные площадки, пройдут 19 секционных заседаний. Ученые поделятся опытом и обсудят научно-производственные аспекты развития растениеводства, животноводства, лесного хозяйства и органического земледелия, инновационные пищевые технологии, IT-технологии и цифровизацию АПК.